Здравствуйте, уважаемые друзья! Ну вот теперь мы на Москва-реке с фидерами флагман New Generation Sherman Pro. Напомню, что первое видео мы снимали в магазине, где понагружали бланки, посмотрели изгиб, ну и более внимательно изучили фурнитуру. Я рассказал о всех моделях серии. Кто еще не видел, можете найти это видео на нашем канале в YouTube. Но сейчас у меня все 6 фидеров Sherman Pro New Generation на месте, что называется, на изготовке. Мы понагружаем бланки, посмотрим их динамики в забросе разными весами. Ну, я выскажу свои какие-то взгляды на тот или иной фидер. Ну, начнем. Ну, давайте начнем с самого младшего. Это 300 до 40 грамм. Фидер флагман Sherman Pro New Generation. Вес у меня 2 унции, 56 грамм. Ну, прекрасно бросил. Вот я даже торможу его. Очень хороший пикерочек. Ну, или лайт фидер. Очень хороший, очень легкий. Прекрасно бросает. На вымотке шикарно. Вот я смотрю, если лещик, представляю, даже там небольшой, там, пускай подлещик, да, там на 300, на 500 грамм, то есть он будет очень хорошо его гасить, его рывки. Поставим сюда 3 унции. 8. Это 40 грамм, не имейте в виду. 40 грамм. Ну, вот здесь 84 грамма у меня. Уже вот бросил, да, но вот уже его грань. Вот прям почувствовал, что же он загрузился, а дальше уже еще бы дальше я уже силу, да, применил, а он уже провалился. То есть вот 84 грамма, это, ну, наверное, 80, я бы сказал, 70 даже. То есть 40 кормушка плюс корм, там где-то мы получим 70-60. Ну, 70 пускай. Вот это вот, можно сказать, его верхняя граница теста. Ну, вот. И работает он очень неплохо. Но если плавным бросочком, то, соответственно, можно бросить и чуть-чуть побольше вес. Так, господа, в руках у меня 330 до 70. Sherman Pro New Generation. Вес 84 грамма. 3 унции. Прекрасно бросает. Очень мне нравится эта палочка. Вот. И даже построил, вот смотрите, да, это прогрессив. То можно сказать, прогрессивный строй. Средний быстрый, ближе к прогрессивному. Шикарно. И вязать будет, и бланк тонкий. Мне очень нравится. Вот за эти деньги, за которые они продаются, а минус, кстати говоря, еще будет хорошая скидка, если вы обратитесь ко мне в магазин Multifish и скажете, что вы смотрели это видео, но это будет просто сказочный подарок. За какие деньги? 150 грамм. И бросим 150 грамм. О, по-моему, немножко проваливается уже по ощущениям. Поехали. Ну, ощущение, что перебор. Да, перебор. Все, перебор. Да. Сто пятьдесят грамм перебор. Прекрасный фидерочек. 330 до 70 с кормушечками. Вот 70-80 плюс корм. Ну, хорошая его верхняя граница теста. Дальше уже я бы не стал его нагружать. Итак, следующий на очереди 360-70. Sherman Pro флагман New Generation. Вес 84 грамма. О, хорошо. Очень хороший фидер. Вот как я помню о нем как раз
говорил только положительные вещи в магазине, когда мы снимали, так и сейчас он подтвердил все вышесказанное. Шикарная палка, шикарная. Вот я себе даже взял ее для ловли. Отличнейшая, то есть прогрессивный строй, легкая, вяжущая. Ну, прекрасно. Вот именно тот строй, который мне очень нравится. Ну вот, загрузим его 150-граммовой кормушкой. Ну, я, как говорил, 2-3 веса на разные фидера делаю. Ну вот 150 грамм. Ну вот, фактически это старший брат предыдущего, 330 до 70. Опа, не, ну, бросил, да, но не его это уже. Я даже, честно говоря, побаиваюсь немножко бросать. Так что забудем про вес 150 грамм. Поэтому я бы резюмировал так, что 360 до 70 флагман Sharman Pro New Generation хорошо работает с кормушками 70-80 грамм плюс корм, как его младший брат. Это его верхняя граница теста. Ну а нижняя, я думаю, что за счет такого строя он будет прекрасно работать и 20 грамм, 30-40 прекрасно будет метать. И карта колец, кстати говоря, расположение колец и расстояние от катушкодержателя нижнего кольца, что здесь просто шикарно все. Ну, мне это вот прям моя палочка. Хоть она и недорогая, но даже там такой практически slim бланк, в отличие от предыдущих шарманов, которые были раньше. Так, следующий фидерочек у нас 360 до 100. Sharman Pro New Generation, вес 84 грамма, 3 унции. Ну, явно мощнее, чем 330 до 70 и 360 до 70. Явно более речник, с быстрого строя, то есть совсем другой фидер. Вот я бы его уже на стоячую воду, на среднее течение, там у нас такое, ну, меньше среднего, не взял бы, да? Это вот чисто течение. Течение будет держать хорошо за счет верха. Хороший, мощный, быстрый, не тяжелый, с приятным балансом хэвик. Ставим 150 грамм. И бросаем. Ну вот, у него даже небольшой запасечек есть, но дальше уже, ну, где-то вот 100-120 грамм можно я сюда поставить по свинцу, плюс корм, 150, примерно так. Но вот дальше он уже не очень начинает бросать. То есть видно, что вот это его предел. Ну, вывод, хороший речник, приятный. За эти деньги очень хороший, приятный речничок. У нас в руках Sharman Pro New Generation 3,75, тест 100 грамм, 84 грамма вес. Поехали. Бросает хорошо. Вот на вымотке тоже бланк работает хорошо. Но из минусов что сразу? Это баланс. Вот мне не нравится, как он лежит в руке. Я бы хотел иметь фидер с балансом в руку. Ближе к руке, ближе к кисти. Давайте попробуем сейчас. У меня 3 унции стоял, 84 грамма. Попробуем сейчас 150 грамм сразу сделать. То есть бланк хорошо работает. Мне нравится, что не только вверх бросает, а именно весь бланк подключается. Ну вот сейчас 150 грамм. Ну тут даже, да, вот смотрите, видите по бланку. Ой, хорошо. Ну, приятно, приятно. Прямо чувствует, что загружается. Ну и поехали. Оп.
тогда приторможу даже чуть-чуть. Хорошо. То есть спокойно такой кормушкой можно работать. То есть 100 грамм кормушка, 120 грамм кормушка плюс корм. Без проблем. Без проблем. И бросает он очень неплохо. Вот на вымотке баланс не очень хороший. И плюс еще вес, пока она идет. Вот это ощущается, что мог бы быть баланс получше. Это вот единственный минус, наверное, я бы сказал. По расположению колец все хорошо. Катушка здесь 4000-ная стоит. Вот, единственный момент. Я хотел сюда... 4000-ная Шимана. Значит, я сюда хотел поставить каденс. Катушку 5000-ную. Фидер. CR10 моделька. Вот она сюда не встает. То есть лапки в катушке держатель не закручивает. Поэтому есть катушки, некоторые модельки Дайва, которые тоже с такими вот лапками на некоторые подпиливают. Поэтому будьте вот внимательны в плане, какая катушка встанет в этот катушкодержатель. Вот шамановские все, я вот 5000-ник тоже дома мерил, на все, все хорошо стоит. 4000-ник вот сейчас стоит. Так, ну и так, самый мощный собрат линейки Sherman Pro New Generation. Начнем также с 3 унции 84 грамма, ну а дальше 150 грамм поставим. Поехали. Ну, это, я бы сказал, нижняя граница теста. То есть 84 грамма он пуляет очень хорошо. Притом бланк вроде бы кажется быстрым. Вот я не знаю, по видео, если в замедленном посмотреть. Да, но он хорошо грузится. То есть ощущение, что он не бросает вес именно верхней его частью, да, а он прогружается. То есть он энергию берет с нижней части. Давайте еще разочек чуть помощнее брошу. Да, ну или давайте, знаете, как сделаем. Вот этот маятниковый заброс, так называемый. Вот, сейчас посмотрим. Условно. Оп. Очень далеко полетел. О, практически все стравил. Что было в нашей пуле. Да, прекрасно бросает. То есть хороший речник. Очень хороший речник. Мне нравится. Удачный фидорочек. По карте колец, по катушкам. Но надо, единственное, что опять же повторюсь. Вот сюда у меня каденс не встал почему-то. Катушки каденс. А знаю, что у Дайвы тоже что-то похожее. Поэтому надо на всякий случай померить. Но вот Шамана 4000, 5000, 6000 все встает. Лапки прижаты слишком близко к бланку. То есть вот по толщине лапки она не заходит. Катушка держатель. Конечно, в идеале бы чуть покрупнее бы держателя поставить сюда. Но это совсем бы шикарно было. А так все остальное мне нравится. Ну вот давайте 150 грамм. 390T120 Sherman Pro New Generation. Бросаем. О, хорошо. Хорошо, прекрасно. Просто вот его стихия. От кормушки 90, резюмирую, где-то до 120 грамм. Это его стихия по свинцу плюс корм. Вот он весь выкладывается, прям хорошо загружается, приятно. Так, ну и бросим 150 грамм вес. Еще вот так. Ох, куда же он улетел, я даже его не вижу. Очень далеко. Хорошо бросает. Ну вот какой строй. Средний, быстрый. Приятная палочка, приятный хэвик. Такой. В общем, рекомендую к покупке. Ну вот, господа, мы побросали все фидера серии Sherman Pro New Generation от флагмана. По большому счету, резюмируя, бланки понравились, стоят каждого потраченного рубля. Есть небольшой вопрос к 375 длине по балансу, как я сказал. И момент, что когда будете покупать, имейте в виду, что не всякая катушка может встать лапки в катушкодержатель. По бланкам
карта колец, диаметр колец на вершинке, диаметр нижнего кольца. Просто прекрасный. То есть никаких вопросов не вызывает. Модельки есть, которые, я бы даже сказал, что строй прогрессивный, которые будут шикарно вязать. Вот 300, 330, 360 до 100, шикарный хэвик. Очень хороший, он может конкурировать даже с более дорогими, значительно более дорогими моделями. Не только от флагмана, а и от других производителей. Цена небольшая, я считаю, невысокая для такого класса удилищ. Плюс еще каждый, кто смотрит это видео, получит хорошую скидку при заказе в моем магазине Multifish. Обязательно говорите это менеджеру, что вы являетесь подписчиком канала на YouTube, либо указывайте в комментарии к заказу это. И вы получите скидки, вам менеджер позвонит и пересчитает цену. Так что всего доброго, спасибо, кто досмотрел до конца. Надеюсь, понравились мои небольшие испытания. И большая просьба, пишите в комментарии, что нужно еще показать, какие испытания, что потестировать. Я так сделаю. Спасибо, всего доброго.